Детские куртки, Англия, Чайл Пуфа Экстра называется данная позиция. Так, перед нами Next на 2-3 года. Флисовый теплый подклад внутри, состояние куртки очень хорошее. Замки все работают, фурнитура на месте. Следующая куртка мальчиковая. Так, замочки тоже работают. Кстати, вот воротник, да, в хорошем состоянии. Вообще куртка сама в хорошем состоянии. На 6-7 лет. Посмотрим локти, рукава. Вот тут есть пятнышко, видите? Если бы я не открыл, мы бы с вами так и не заметили. Здесь все нормально. Состояние очень хорошее, за исключением вот этого пятна здесь. Так, следующая куртка. На 10-11 лет, 140-146 сантиметров указан рост. Состояние хорошее, бренд George. Фурнитура вся на месте, замки работают. Состояние хорошее. Пластичная резинка. Тоже, видите, теплый флисовый подклад. Так, 18-24, то есть получается на 1,5-2 года. В хорошем состоянии, локти, рукава чистые. Мальчиковая куртка с теплым флисовым подкладом. Замки работают. Так, бренд Марк Спенсер. На 3-4 года. Локти, рукава чистые. Капюшон на месте. Так, с Микки Маусом. На 3-4 года. Искусственный мех. На 3-4 года. Бренд George. На 8-9 лет. 8-9 лет. Так, вот видите, пятно здесь есть. Рукава, локти чистые, без видимого износа, то есть ничего, никаких потертостей, дырок, ничего нет, вся фурнитура на месте, замки рабочие. Жилетка марки Rebel на 9-12 месяцев, то есть до годика, в отличном состоянии. И куртка на 11-12 лет мальчиковая. Так, капюшон тут должен быть, но отсутствует. Рукава и локти чистые, состояние хорошее. Замки работают, все нормально. Так, это George. На год-полтора в хорошем состоянии. От 0 до 3 месяцев. Куртка марки George на 11-12 лет в хорошем состоянии. Нормально. Так, George на 2-3 года. Тоже вот в отличном состоянии. Марка Next. Next. Возраст только я здесь что-то не вижу. А, на 3-4 года. 3-4 года. Состояние хорошее. Тоже вот Next перед нами. На 12 лет указан возраст. Так, рукава и локти чистые. И последняя куртка из этого мешка, мальчиковая. На 4-5 лет, флисовый подклад. Состояние хорошее, локти, рукава чистые. На резинке катышков нет. И на этом все.